закрыли нас дверями, то что мы отказались идти на передовую. 8 человек. Вот так вот сидим вторые сутки по приказу замполита армии позывной Апрель. За 9 месяцев в отпуске отпускают. Да, кто-то 9 месяцев год прослужил здесь, отпускают по 2 раза в отпуск ездили. А здесь 10 месяцев прослужило в отпуск вообще никак. Нету командиров, с которыми идти на передовую, нету техники эвакуации. Радиосвязи нету. Закидывают просто как собак в лесополку. Лесополка не окопана. С автоматом на танк. И так воюем.